прибыл. Город Омск, Пермь, Барнаул, Чехов, Екатеринбург, Краснодар, Ессентуки, Буденновск, Ишкар-Ала, Тихорец, Москва, Нижний Тагил, Курган, Подмосковье, Самара, Екатеринбург еще, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Новокуйбышевск, Чертково, Тюмень, Волгоград, Ковров, Казань, Бузулук, Петрозаводск, Гулькевичи, Таганрог, Тула, Ростов тоже, Морозовск, это Ростовская область, Брянск, Пермь еще раз, Рязань и Аксай. Ну вот, кто у нас тут присутствует из наших. Вот. Всех рад приветствовать, уже сами знаете, что сейчас вопрос идет о принятии закона, поэтому сначала у нас Андрей Валерьевич, наш, принимающий наша страна, вот, прошу любить и жаловать, который тут проявлял и ситуация, что происходит в городе Ялте, потом просто обменяемся мнением, традиционно обменяемся мнениями, вот, о том, как вы, почему опаздываете, голуби, Пенза, сели быстро. А их же не назвали? А их и не было. Здесь компания наша молодая, нам всего 3,5 года. Очень-очень было первое время тяжело, вы представляете, с чем мы здесь столкнулись. Значит, у нас на балансе 25 кладбищ. Наша территория от Артека до Севастополя. 12 кладбищ, я вам сейчас маленько расскажу, как все начиналось, без всяких этих официовозов до кладов. Все-все начинались вообще с нуля. То есть, когда мы приехали и нас попросили здесь навести порядок в похоронной отрасли, была полнейшая анархия, никакого учета, никакой статистики, никаких архивных данных. То есть, нам пришлось все заново. Сначала мы создали, давайте я вообще-то предлагаю, небольшой у нас есть мультфильм, вы с ним ознакомитесь, посмотрите, я потом продолжим, расскажу и все, как, чем мы... как ковыряли, как мы эту почву все снимали, весь пласт, и заново все-все потихонечку начинали работать. Нужно организовать похороны, но как понять, с чего начать и к кому обратиться? К таким горюющим людям сразу спешат недобросовестные похоронные агенты, ведь чужое горе для них – возможность неплохо заработать. Агенты работают не одни. Они передают клиенты по цепочке своих знакомых, получающих максимальную прибыль на каждом этапе организации похорон. Во время похорон тоже находятся желающие заработать, требуя платить услуги, которые не являются необходимыми, либо уже оплаченные ранее. По прошествии времени посещение мест захоронений омрачается беспорядком и разрухой. Отсутствуют информационные указатели, не оборудованы места для мусора. В такой ситуации к администрации очень много претензий, но к жалобам там уже привыкли и перестали обращать на них внимание. Неудивительно, что из нашей культуры уходит уважительное отношение к предкам. После воссоединения Крыма с Россией, согласно федеральному закону о погребении и похоронном деле, администрация города Ялты издала постановление о создании МБУ «Ритуал». Следующий шаг – создание специализированной службы. МБУ «Ритуал» первым делом вывезла мусор и навело порядок на территории, отремонтировала и обновила все строения и создала условия для оказания ритуальных услуг и посещений мест захоронений. Внедрение современных технологий позволило организовать проведение инвентаризации мест захоронений, упростить рабочий процесс, обеспечить удобство как для работников кладбища, так и для посетителей. Специализированная служба работает по фиксированному прескуранту с обоснованными и утвержденными ценами. После подписания договора все вопросы по организации похорон возьмет на себя добросовестный похоронный агент, а горюющий человек может вернуться и провести время с родными. Создание условий для уважительного отношения к предкам – основная задача администрации города Ялты в сфере похоронного дела. Имена трудоустройства, на котором числены все сотрудники землекопы и весь персонал. То есть до комбината трудоустройства, которые непосредственно занимались копкой могилы, захоронениями, доставалось только, в принципе, уже люди, которые
прошли все круги ада. То есть больничные, о чем я вам рассказывал, попадали в патологоанат, у нас судебщики, все городские проходили через их руки. Вот. В первую очередь, конечно, вот как на мультфильме было представлено на рекламе, мы ввели порядок на территории кладбища, мы все кладбища закадастрировали, поставили их на баланс. Потом взялись после создания специальной службы, которая будет непосредственно заниматься именно похоронной отраслью, именно хозяйственными услугами. Сейчас у нас на сегодняшний момент мы дошли до того, что уже сели на территорию морга, взяли свои площадя. Наши проекты, конечно, грандиознейшие, это строительство похоронного дома городского, уже выделена под это земля. Вот. Третий этап – это наша, конечно, такая идея фикс, но я думаю, что она осуществима. Мы оформляем землю и будем строить служебное жилье для сотрудников, которые работают в нашей отрасли. То есть вот такие вот у нас грандиозные планы. Я думаю, что наш паровоз идет. И кто-то, если пытается остановить там на ходу и отверткой ключ, каким-то убрать колесо поменять, я думаю, что это у людей ваше личное мнение. Вот мы на каждом погосте, каждое захоронение, можно сказать, помыли, привели в порядок, закомпьютеризировали, поставили все на учет. Вот я сейчас предлагаю посмотреть нашу дальнейшую работу, что мы произвели. Включи, пожалуйста, посмотри, вот как мы все через компьютер можно найти любое захоронение. То есть у нас организован электронный учет похорон. Значит, регистрируются все от заявителя, посредник, если есть, усопшие, ответственный, то есть полный. Поиск мгновенный по всем захоронениям работает. Полная информация о местах захоронений, включая фотоисторию, каким образом изменялась, и координаты карты. Полная информация у смотрителей в мобильных приложениях или в телефонах или в планшетах тоже эта информация вся есть. А там громче нельзя, просто совсем там. Можно микрофон. Да, да. Полная информация в мобильном приложении у смотрителей. Значит, параллельная инвентаризация, то есть одновременно несколько человек распределяются по участкам и проводят инвентаризацию. Значит, количество отслеживания производительности по каждой операции каждого сотрудника у нас в системе организовано. Вот как захоронение с фильтрами по статусу места указывается. Организован интернет-сайт, на котором люди сами могут найти места захоронений своих родственников, найти информацию про наши кладбища, вот они точками там обозначены все, про сотрудников, которые там работают телефонами. Вот, ну, это в планах установка информационных терминалов, уже, которые можно самостоятельно искать места хранения. Ну, реестр лиц, оказывающих ритуальные услуги, это как бы из прошлого закона, ну, такая возможность есть пока что. Вот, у нас организовано дистанционное согласование похорон. Значит, если организация, которая оказывает услуги, заполняет данные по усопшему, по заказчику, и она одной кнопкой передает эти данные в ГМУ, и там остается только согласовать, проверить эти данные и согласовать захоронение. То есть не надо второй раз эту форму заполнять. Ну вот мы используем свободное программное обеспечение для наших целей, то есть там никаких закладок нету, оно бесплатное, всем пользователям обновления доступны. Ну вот на любом компьютере, подключенном к интернету, работает дистанционное консультирование и поддержка, загрузка данных, ну это контакт Андрея Валерьевича. Хочу добавить, что средний чек захоронения в Ялте у нас не превышает больше 18 тысяч рублей. То есть 18 тысяч рублей туда входит абсолютно все, копка могил, транспортировка, гроб, венок. Вот. Это основная задача, показать, что пришла Россия, как мы вот умеем работать. То есть наша цель не зарабатывать не на чужом горе, а именно вот показать и трудиться на благо Ялты, на благо горожан.
принципе, вот все, что мы вам хотели сказать, во-первых, вас еще раз поблагодарить, что вы приняли участие, приехали. Спасибо большое. Мы еще вот так вот собрали всех наших коллег, друзей. Вот. Обещаем со своей стороны к вам всегда быть открытой душой, приезжайте в любое время. Город Ялта. Вопрос к Андрею Валерьевичу. Градирный перечень сколько у вас? 5260. По Краснодарскому краю. Откуда вы приехали? Я сам из Москвы. Я работаю в Московской. Кто делал инвентаризацию кладбища? Сами? Без копейки, без никого. И сколько примерно это обошлось? Хотя бы одного какого-то кладбища? Ну, в принципе, мы можем сказать открыто, что здесь где-то порядка около 6-7 миллионов рублей. А деньги откуда? Нет. Привлекали, да, с инвестициями. Привлекали? Откуда привлекали? Инвестиции. Инвестиции? Что? Инвентаризация кладбища? Так выше. А где? Наша задача была, в первую очередь, сделать контроль, учет, статистику, потому что, еще раз повторяю, не было вообще никаких архивных данных, ничего, как с ним начинать надо было работать. Во-первых, и по родственным захоронениям. Работать по архивным данным, по учетам. Ну, инвестор, наверное. Скажите, программу вот эту компьютерную сами разработали? Нет, мы привлекли специалистов. Нет? У нас. Нет, это приезжие ребята, вот наши специалисты. Компьютер. Телефон. Все есть, все равно. Специалисты из какого города? Из Подмосковья. Не Подольск? А инвестировали на какие условия? На какие условия инвестировали? Ну, еще раз повторю, у нас программа очень-очень большая. Помимо похорон в совете дома, мы будем еще строить жилой дом. Вот, то есть у нас вот ни одним днем мы сюда не приехали, не на парашюте спустили, чтобы как-то взять. Ну, то есть электронная площадка в качестве рекламы у вас использоваться не будет. То есть, ну, вот эта электронная площадка, то есть, таковая по поиску мест. Там никакой рекламы, памяти, никакой рекламы. Будем в процессе этого, конечно, тихо, это очень-очень дорого, но пока сейчас вот на это не стоит. Просто люди же инвестируют, они даже же выход какой-то. Ну, так же не бывает, мы сидим рассказывать. Ну там строительство дома прозвучало. Ну, да. Выделение земли это очень много значит. Я думаю, что. Ну уж как-то. Сказал за свои деньги. Автоматизм. Вы директор муниципального предприятия, да? Я очень-очень хотел поблагодарить ту команду, я бы один бы здесь ничто не смог сделать, ту команду тех ребят, которые поверили мне, которые рядом оказались со мной. Это, как говорят, один поле не воин, были привлечены просто на энтузиазме ребята. Спасибо большое, конечно, Артему Гизаровичу Салихову. Артем, встань, встань, чтобы тебя ворот увидел. Встань. Да. Вы все превосходно знаете, я работал раньше Артем Эгизарович в Казани. Я сам тоже родом из Казани, я в Казани вырос, жил. После того, когда переехал в Москву, вот, и связался с Пхарнотом, что я никогда не думал, что я этим займусь. Просто так получилось, что я, моя супруга потеряла за год всех родственников, и я все прошел эти круги ада сам. Я задался целью, когда мне были предложены в Москве вот это заняться деятельностью, возглавить ГУП, летал в город в Москве. Я именно только пошел с этим, чтобы бороться с негодяями, которые, к сожалению. Еще есть какие-то вопросы? Скажите, пожалуйста, Андрей Валерьевич, это кто вы? Вот он, да. Я из Севастополя. Мы приехали из Севастополя, и, конечно, приятно встретить здесь своих партнеров, и у нас большой вопрос относительно вот организации современной учета кладбищ. Вот то, что вы показали, это проект или это уже в действии? В действии работает. А можно там чуть какой-то микрофон? В действии работает. А? В действии работает. Это все работает. Так точно. Но это работает на уровне вот, муниципального предприятия, да? А какие у вас отношения с частными структурами? Пока никаких. 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 Почему?
Ну, я считаю, что пока мы не вышли на этот уровень, мы хотим вообще присвоить. Мы сейчас выдаем всем удостоверение от захоронения. Это у нас в обязательном порядке. Вот присутствие удостоверения от захоронения будет выделяться свой пин-код, который человек любой, у которого там захоронение, может по своему коду зайти на этот сайт, заказать какие-то любые услуги и так далее. То есть это я считаю, что ну, пока не для общего этого, не для... Но это всех. Конечный как бы результат. Так точно, так вот. А вот начало, вот, что частные структуры не присутствуют в организации захоронений? Нет. Нет, нет. Почему? Ну, у нас такая маленькая концепция, как вы уже видели. Но это же ключевой вопрос в каждом городе, я думаю. И везде частный бизнес, как сама похоронка, она и была создана благодаря частным структурам, потому что на момент перестройки, допустим, повсеместно, все было загнано до основания под крышку гроба. А только частная структура, которая сегодня обеспечивает все реквизиты, ритуальные товары и так далее, и так далее. Управление на уровне кладбищ идет через, естественно, муниципальные предприятия, которые и, пользуясь своим одним ресурсом, выдавливают, так сказать, тех, кто работает в этой структуре. И изначально присутствие малого бизнеса, среднего бизнеса, частного сектора, как наиболее гибкого, оно должно законодательно быть утверждено. А все вот ваши программы и все действия на местах направлены на не то что выдавливание частного бизнеса, а на его дискриминацию. Вот эти вопросы как-то ставят, как вас видите сейчас? Извините. Есть Чем люди, которые непосредственно начинали в своих городах эти вопросы. Я почему это спрашиваю? Потому что я 40 лет в этом бизнесе, как бы. Ну, это не столько бизнес, сколько дело. Вот, Всеволод, извините, вас перебью. Маленько, да, у нас разная с вами концепция. Мы стараемся искоренить слово «похоронный отрасль бизнес». Это однозначно для нас, это еще раз говорю, не цель, задача зарабатывать на чужом горе. Я вас превосходно понимаю, о чем вы хотели меня спросить. Я за частный бизнес, но только за честный и порядочный. Да. Вот, чтобы... То, что вот мы здесь столкнулись, это не частный, я считаю, бизнес. Нет, есть... вопрос механизма, какие отношения мы выстраиваем, что мы требуем от частных структур. Допустим, я на порядок выше любой государственной структуры в округе, я не знаю вашу. Я слышал про вас, я был в вашем похоронном доме, мне он очень понравился. Считается нечестным. Ваш похоронный дом, да? Да, мы были у вас в гостях, мне очень-очень понравился, мы даже будем ставить на пример. Такой же будем в Ялте ставить. У нас единственная структура, допустим, которая имеет всю свою инфраструктуру. Но мы этого тоже добиваемся. Мы в одно время даже брали в концессию кладбище, содержание его, обустройство и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что нам надо на конференции этот вопрос тоже освещать, потому что здесь, я думаю, не только собрались представители государственных и муниципальных служб, которые, в свою очередь, сталкиваются с натиском похоронных агентств частных. И ваша первая, киносъемочка начиналась с того, что да, вот частные агентства такие-сякие, они приходят. Да, это результат неправильной политики и государственной политики. Мы не обеспечиваем условия, которые бы ограждали людей от этих вопросов. Потому что я поездил по миру, мы знаем опыт других стран, ну, то есть цивилизованный подход. То, что вы говорите, то, что вы делаете, это прекрасно. Это вопросы, организации кладбища. Вот. Каким образом, допустим, у вас определяются свободные места? Вот. А как это? Надо ехать на кладбище человеку, выбирать это место, смотреть, и работник кладбища его... Там предлагает нагрузку, как у нас заставляют сразу делать благоустройство и так далее, и так далее. Из 6 тысяч могилы выходит в 50 и 90 тысяч. И наше руководство закрывает на это глаза.
вот что дело. И я бы это хотел выяснить. Вот ваши программы, ваша работа, она идет на уровне поддержки городских структур, так же? Или крымских? Нет, настолько чисто городские администрации наша задача, еще раз повторяю, поставленная задача администрации города – это минимизировать затраты захоронения для горожан. Мы за частный, еще раз повторяю, бизнес. Мы готовы идти рук в руку вместе с ними. Но еще раз повторю, это должно быть частная компания, порядочная, не так, как что мы здесь сталкивались вначале, люди копали могилы. Вот, открыто эти вопросы, я вас да? понял. Открыто, доступно. Почему, если у нас средний чек за хранение, например, не больше 18 тысяч рублей, а частный такой гибкий предприниматель, если у нас копка могилы 5 тысяч рублей, на сегодняшний момент летняя, зимняя 6 тысяч, то есть мы, чтобы установить эту расценку, подключали институт буровые, чтобы все эти, как вы превосходно понимаете, формулу рассчитать, надо степень грунта вычислить, сколько земли покрыть, земли, растительности. Вот. Это все обосновано, это все через СНИПы, все это. А частный предприниматель взял на коленки и установил, что у него 15 тысяч рублей копка могилы стоит. Вот. Как с чем это, как с этим смириться? Нет, ну это вопрос, это захоронение. Захоронение. И новых могил. Ну ладно, это не... Новый, по статистике, вот, грунт какой, да? Вот у нас вот, я из Синтуки, у нас могилы выкупы. Хотите, фотографию покажу? Обалдеете. Один через... камень? А? Один камень? Нет, камень это одно, воды. Полтора метра. Попробуйте покопать, попробуйте ее перед похоронами вы, откачать. Кстати, потом она и в 10 тысяч убежит. У нас это вода, у нас и скалы, вы видите, мы здесь не чернозем, мы здесь копаем, подключаем все. Вот человек говорит, 40 лет в бизнесе, да, я 25, начиная с гробовщика и до руководителя предприятия. Это предприятие, если бы оно было нечестным, с ним бы уже никто не работал. Я вот о чем. То есть вот от МУПа, от ГУПа, сам президент сказал, что частники выполнят работу намного качественнее, лучше и дешевле, чем вообще государственная служба. Вообще спорно. Я согласен, какая топ вперед родился и улица. Но тоже здесь какая-то есть несправедливость. Посмотрите, почему частник, вот, например, на балансе МБУ кладбища, то есть муниципальная организация занимается захоронением безродных, убирают территорию кладбища, а частник где, чем присутствует? Начнем с того, что сейчас все МУПы живут по 44-му закону, а частники как хотят. Так точно, так точно. Вот оно, извиняюсь, где фас, куда смотришь. Очень большая проблема. Я думаю, что если мы все здесь собрались, мы должны как-то вынести это все на правительственный уровень. Это мы не зря так, мне кажется, сейчас все вместе вот так вот сплотились и должны все наши болячки озвучить и вынести какие-то решения совместные куда-то вот. Вплоть до того, что, мне кажется, делегировать, наверное, на уровень правительства какие-нибудь письма или еще что-то. Да. Потому что если мы сейчас будем молчать, что творится в хронотерсе, ну так это и будет, потому что подлежащая камера туда не идет, если мы этим не будем заниматься. Спасибо огромнейшее, что вы вот так вот нас всех собрались, платили. У вас сколько работников предприятия имеют специальное образование в похоронной отрасли? У нас? Вас в том числе. 6 человек. То есть вы что заканчивали? Я заканчивал университет. Нет, он имеет в виду, что работники. Я педагог. Ну, то есть у вас нету специального образования в области похоронного дела? Почему? Я заканчиваю университет сервиса. Вот какой, я извиняюсь, а при чем здесь сервис? Как при чем здесь сервис? Вот вы в курсе, сколько на сегодняшний день аккредитованных похоронных специальностей? Да это мы все в курсе, ребята. Ну, про стандарт. Я посетил, нет, ну, я извиняюсь. Будучи в Украине... Да нет, все здорово. Я говорю, мы просто всех призываем к чему? Потому что муниципальное предприятие на сегодняшний день пытается создать эталон качества, пускай, скажем так, в отдельном маленьком городе Ялте, показывает этот эталон. Почему, вот я, например, мы спрашиваем? Вот. Почему мы спрашиваем? Потому что ваш эталон, о котором вы рассказываете, для Севастополя, это на уровне фантастики. Потому что в Севастополе, например, беспредел, который поддерживается руководством
управления благоустройства, департамент городского хозяйства вообще не сведущий, и ни одного специалиста, который бы руководили или контролировали организацию захоронений и вопросы по специализированной службе, нету. Так вот, у вас есть вот просто подсказка, сразу уникальная возможность получить специальное образование, сдать квалификационный экзамен, прийти, я извиняюсь, в администрацию города Севастополя и сказать: вот я-то соответствую, а это кто? Дайте мне их полномочия. Мы уже 4 года об этом говорим. Но вы говорите о действии. Можно я два слова вставлю, что перебиваю, да? Значит, я могу просто пояснить, почему в Ялте немножко по-другому, чем в Севастополе. Просто в Ялте ни одного человека, который в руководстве кладбищ и ритуальных услуг до 2014 года, сейчас ни одного нет на кладбище. А у нас вообще, наоборот, вернули вообще всех, ни одного человека раньше во главе с прокурором хоть имел города. Хоть какое-то отношение к руководству. У нас прокурор города крышует поэтому эту фирму. Так они раньше работали, сейчас их нет никого. Никого нет. Из тех, кто раньше работал, никого здесь нет. Те, кто пришел, тех посадили, подставили эти же старые люди. Потом их опять вернули. Вернули старого руководителя. И там мафия у нас, понимаете? Ну, и никто не знает. С мафией в отдельном городе. Конференция, вы решите этот вопрос. Почему вы не обращаетесь к правоохранительным органам? Если у вас не могут решить в Севастополе, Москва вроде бы есть. Мы прошли всех, вплоть до президента. Ноль внимания, все по закону. В России колоссальная страна, очень умная. Там что не делается, все по закону. Вот любое нарушение, все по закону. Я вам только что прямо что делать надо? Открыто сказал, что сделать надо. Обучение провести, аттестоваться и все. Значит, вы, ребята, аттестуйте. Теперь смотрите, хотите, вот такой хотите вопрос. Я его хотел давно поднять. Почему мы вот проходим конференции, последние годы мы не ездили, вот заканчивая Ростовом, который был в 2015 году. Значит, мы проходим курсы, получаем корочки. Мы о разном говорим. Вот, проходим обучение, имеем все опыт большой, но назначают на руководящие посты, на управление этим специализированным делом у нас в Севастополе, во всяком случае, совершенно случайных людей. Не просто там имеющих какое-то высшее образование. Вот я уже не говорю о специальном, как вы запрашиваете. А вообще людей с улицы, случайных каких-то, своих. Вот о чем. Поэтому смысл вот этого всего. Поэтому эти вопросы... Так есть федеральное законодательство. Конечно. Если вы будете соответствовать... Это, наверное, вопрос стоит, что государственное или частное. Но если вы сейчас говорите, что вас должны поставить на государственное, вы будете также монополитом со стороны государства. Если вы сейчас частник, и у вас государственные структуры настолько вас жмут, ну, извините вопрос, а потому что на чем вы тогда живете и строите похоронные дома? Видимо, просто поджимают так, что вы не можете заработать много, поэтому вам плохо. Ну, что мы вот тут рассказываем, сидим друг другу, да, вот такие истины. Я не слышу, что вы говорите откровенно. Объясните, вот что вы понимаете под словом взаимодействие? Женщина. Ну, а вы повторяйте, можно и говорят, что конфликтите? Ну, вы не лидеры этого. Лена, выйди, скажи. Лена, за марафон. Вы меня плохо, да? Я подойду тогда. Что под понятием взаимодействия? Вот что такое взаимодействие? Я думаю, основное взаимодействие между частными и государственными структурами — это хорошее исполнение своего дела. Вот это самое основное взаимодействие. И постановка интересам нашего потребителя как основного. Это красивые слова. Подождите, у меня в городе есть взаимодействие, поэтому я уточняю, как. Может, я с вами опытом поделюсь. Давайте мы там с вами можем вот так сесть и поговорить. Человек говорит только о своем. В руководство приходят люди, которые занимаются исключительно выбиванием денег на этом деле. То есть зарабатывают деньги, не вкладывая средства в развитие, в совершенствование, в реформирование, в подходы и так далее, и так далее. И одна из бед, конечно, это то, что старый весь потенциал с кадрами остался, и его вернули, остатки вернули, и они занимаются вот на таком уровне. Поэтому если рычаги зайти в департамент нашего правительства и вот эти вопросы поднимать.
Сколько ваше предприятие в прошлом году выложило денег в содержание кладбища? Вот. Классный вопрос. Вот, содержание кладбища. Сколько? Вообще кайф. А мы вообще на кладбище вот не так работаем. Вот. Ну, так мы об этом и говорили. Нет, так подождите, а чего? Если бы я работал, когда у меня был договор, когда у меня был договор по кладбищу, и я мог предоставлять могилы и покупки, конечно, это да, вам скажу честно, основная масса не понимает, тогда вообще ваши деньги. У вас все хорошо, у вас шикарный похоронный дом, вы деньги зарабатываете, на кладбище ни копейки не вкладываете, вы чего жалуетесь? Подождите, а какие деньги мы должны вкладывать в кладбище, если мы не занимаемся кладбищенскими услугами? Какие деньги в кладбище, если мы могилу, человек оформляет могилу, он оформил похороны, а в департамент, а в ГБУ он идет, оплачивает могилу. Два места ходит человек. Там с него взяли вместо 6 тысяч 50 тысяч и все. Поэтому, коллеги, 80% здесь сидят наши друзья, мы с Урала, с Димой, многие знают об этом. Я с Нижнего Тагила, он с Екатеринбурга. То, что говорит Севастополь, вот он кладбищами занимается плотно. Где Александров? Здесь? Александров где? Александров где? Вот он сидит. Они вместе приехали. Он частник, он муниципальщик. Мы приезжаем сюда уметь выстроить отношения, а потом потихоньку их почищать, говорит, очистить контакты. Но сегодня мы поздравим нашего уральского друга из Перми с днем рождения, Саня Вадимовича. Тебя, друг. Маленький подарок, тут волшебная трава, готовься. Готовься. Вот смотрите, случайная встреча 10 лет назад, да, Саня, 10 лет назад? Да, 10. Поздоровались с ним, я попал в Пермь случайно с нашим. 12 уже? Сели за стол пообедать, смотрю, у парня рука сухая, крепкая, взгляд прямой. И как-то разговорились с ним, он занимается определенным делом. Он тут подсказал мне кое о чем. Ну сегодня, Саш, низкий тебе поклон за то, что мы сегодня имеем в Нижнем Тагиле, благодаря только вам. Ну а то, что вы привезли из Нижнего Тагила, я думаю, что пермский народ сегодня от этого не страдает. И поэтому, частник, умейте выстраивать отношения, в том числе и с властью. Жаловаться можно на кого угодно, на ковровую дорожку постелить только вы сами можете, за счет умения построить вот эти межличностные отношения. Если вы лучше, у вас всегда будет народ благодарить за эту работу. Я частник 30 лет уже. Чего только не было. Но если народ идет ко мне, значит власть уважает и меня, потому что народ выбирает власть. А то, что говорит там кого-то хулить, не надо об этом заниматься. Так что желаю вам приятного отдыха. Спасибо вам за теплый прием. Мой юный друг, которого я знал вот таким в 5-м году. Артем, спасибо вам большое за тепло, вот, которое вы нам доставили сегодня здесь. А? Спасибо вам. Ну, конечно, он должен выйти. Выходи. Иди сюда. Что такое? Спасибо. Пробуем, мужики выросли за эти годы. Артем, помнишь, мы с тобой первый раз встретились в Кабардинке, тоже на семинаре, он приехал действительно из Казани. Тоже как-то настолько вот подружились. В четвертом он сказал. В четвертом году это был. В четвертом даже? Это четвертого года. И вот до сих пор мы поддерживаем отношения, очень приятно, что приезжаешь в любой город, куда бы ты ни приехал, Рашид, тебе приезжаешь тоже как домой. Тюмень, Ваня, Тюмень. Могу о каждом тут рассказать очень много, потому что история у нас длинная, и каждый вносит свою лепту. И в каждом из вас для меня заложены деньги, так же, как и у вас в меня. Но это нужно понимать сознанием своим. Потому что технологической операции было очень много. Чебоксары здесь? Здесь где-то. Вон Саня. Наша. Кувакин сидит. В общем, все мы друг другу в этой жизни нужны. Вместе заработать можно больше. Спасибо за внимание. Приятного отдыха. Не выступать, не... Как бы я хочу поблагодарить товарища, господина уже, наверное, Цветнова. Нет, господин Цветнов. Так как он... Большое ему спасибо, так как он нас всех собирает, объединяет.
так сказать, о каждом заботится, каждого знает по имени, по отчеству. Вот. С любой проблемой к нему можно обратиться. Долго не буду занимать ваше время, потому что нам надо идти купаться всем. Вот. Значит, не только от наших друзей, лично от меня. Потом, значит, от Вячеслава Петровича Артеменко из Ростова и от Александра Ивановича Яценко из города Морозовск. Мы хотим преподнести тебе небольшой подарок. Подарок. Ну как раз страх не попьем сегодня. Спасибо. 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 Поздравляю. Спасибо большое, что нас собираете. Таранька будет позже. Азовская Таранька завтра на пароходе. Но я хочу сказать, Таганрог Никушины, Николай Николаевич. Производство у нас оптовое, в основном венков, но и у нас и ритуалка, и похоронка. То есть мы здесь присутствуем уже тоже давно, и опыт получили, конечно, общаясь с вами со всеми. И мне хочется сказать о человеке, который только что сейчас выходил, Николай Афанасьевич. Значит, мы были в Екатеринбурге сейчас на выставке. Вот, и я хочу сказать, что этот человек, который принимает не только нас, а я слышу на каждой конференции, что побывали у него многие, он со своей щедрой душой делится всем. Он не скрывает никаких моментов в работе, положительных, отрицательных, но положительных, естественно, для нас больше. И хочется сказать большое спасибо тем, кто принимает не только всех остальных, и делится своим опытом на практике. И теперь, когда Николай Афанасьевич звонит, то уже представляешь не только вот его здесь, в пиджаке, в костюме, но представляешь его кабинет, его все другие заведения. Усадьбы. Да, и усадьбы в том числе. Вот. Но и он же знаменит у нас не тем, когда входит наш Николай Афанасьевич. Вот мы хотим подарить такую книгу «Мужская мудрость». Здесь, наверное, будет второй том выпущен, в котором будут ваши высказывания и афоризмы, которых мы наслушались очень много. Спасибо, Звездо, что ты создал такую семью. И желаем всем таких же успехов, как у вас. Всем коллегам. Всем приветствую. Я практически всех знаю здесь. Кто меня не знает, меня зовут Галина Рублева, город Уфа. Я не только оказываю ритуальные услуги в нашем городе, но и являюсь директором Центра оценки квалификации. Изучив все вопросы, которые предстоят перед нашими работниками, перед нашими сотрудниками, я поняла, что, ну, по крайней мере, в нашем городе никто точно не справится. И никакого учебного центра, никаких курсов в нашем городе нету. Прежде чем идти в Центр оценки квалификации, нужно получить знания. Где их получить? Я предложила, в нашем городе есть учебный центр, которая обучает разным направлениям, предложила открыть направление специалистов в области похоронного дела. Совместно мы прописали программы по профстандартам. Был недавно уже первый выпуск. Я осталась очень довольна. Лично мои сотрудники меня тоже поблагодарили. Многие работают у меня уже с опытом работы более 18 лет. Вроде как, чему их учить, да? И вас, в принципе, чему учить. Мы все хорошие практики, но теории в любом случае не хватает. По профстандартам не все знают эту теорию. Поэтому я осталась довольна, сотрудники меня поблагодарили, сказали, что стали увереннее работать с клиентами. Ну и все мы знаем, что экспертность, если мы сейчас говорим все о качестве, о сервисе, то экспертность наших сотрудников – это на первом месте. Они встречают, они лицо нашей компании в первую очередь. Поэтому я пригласила директора учебного центра сюда. Я думаю, что она тоже может, ее центр может быть вам полезен. Прошу, Мещерякова Наталья Анатольевна. Здравствуйте, коллеги, друзья. Тема, с которой я хочу сегодня выступить, это образование в похоронной отрасли. Меня многие годы волновал вопрос религии. И
как вообще происходят эти процессы, как взаимосвязаны жизнь и смерть. Да и вообще, как к этому нужно относиться. И когда Галина предложила мне разработать программу, мы с ней изучали профессиональный стандарт и поняли, что все сотрудники похоронной отрасли должны на профессиональном уровне знать особенности захоронения той или иной религии. Помимо своих специальных знаний, они должны обладать этими знаниями. И, казалось бы, вопрос такой исторически понятный всем, но на деле выяснилось, что не так. Многие не знают и путают это с традициями. Традиции и обряды – это одно, а религия – это немножко другое. Потому что есть первоисточник, и, ну, я считаю, нужно это все изучать от первоисточника. В своем выступлении я вам расскажу сегодня про профессиональные стандарты, про то, какие квалификации профессиональным стандартам определены, и про законопроект немного, как квалификационные требования я вижу в законопроекте с точки зрения образования. Я являюсь экспертом в области образования, работаю 10 лет уже в своей отрасли. Ну и как можно получить образование, какой документ об окончании образования выдается, чем отличается тот или иной документ, все об этом расскажу. Я постаралась изобразить... Так как мы на море, постаралась изобразить, в общем-то, все в картинках. Как получилось, так получилось. Но как на самом деле это бывает в жизни. Я думаю, вас такими картинками не напугать. Любые изменения в любой отрасли, любой бизнес воспринимает, ну, не с радостью. Я на протяжении 10 лет занимаюсь образованием, обучаю различные отрасли. В первую очередь это транспортная отрасль, и там все строго Минтранс следит за этим. Также нефтегазовые отрасли, оценщиков и экспертов различных специализаций. По всей России мы обучаем. И я вам точно могу сказать, что когда приходишь и говоришь, что вот у вас идут изменения, вроде как бы вам нужно пойти учиться, и законом уже это определено, да и само время уже требует это. Но в первую очередь бизнес воспринимает это как бы так нерадостно, не очень. Но в процессе выясняется, что учиться нужно, и пришло время, и все равно эти изменения вступят. Почитав законопроект сегодня и оценку регулятора, я поняла, что есть такие изменения, предположим, вот как в Севастополе вы говорите, индивидуальных предпринимателей оставили за бортом. Регулятор с этим не согласен, потому что, скорее всего, вы не один такой однозначно, и будет проводиться оценка, какую долю рынка занимают индивидуальные предприниматели на вашем рынке. Да и вообще из области, ну, из практики я могу сказать, что обычно такие вопросы пересматриваются, потому что это большие судебные разбирательства, и, ну, правительству это тоже неинтересно и не нужно. В антимонопольную службу, наверное, каждый первый побежит, да и, в общем-то, правильно сделает. За свой бизнес нужно бороться. Вот. Но те изменения... Там, кстати, написано, что если вы хотите стать специализированной службой, а придется стать специализированной службой, вы должны подать заявление в орган исполнительной власти, местный, и подтвердить квалификацию каждого сотрудника, всех лиц, с которым вы состоите в трудовых отношениях. То есть это начиная от рабочего похоронных услуг, землекопа, заканчивая директором. Как подтвердить квалификацию? Пройти обучение, получить диплом. Я расскажу, кому достаточно свидетельства, удостоверения, кому нужен диплом. Вот, после этого, действительно, вы с документами уже, ну, вам никто не откажет. Как, вы должны стать специализированной службой, если хотите оказывать эти услуги. Там в законе много еще было сказано, то, что касается вас. Я посмотрела, конечно, то, что касается точки зрения образования меня. И регулятор не обратил внимания на то, что... Кстати, прописано требование, что организатор похорон-агент должен быть обязательно обучен. Но помимо этого, все сотрудники должны получить образование. И эти изменения в законе уже останутся, они подвергаться изменениям не будут, потому что, ну, здесь так все понятно. Здесь никто не нарушает ваши права. В этой части права бизнеса, не нарушены. То есть понятно, что это уже есть. Можно вопрос задать? Да, конечно. А что могут статус специализированной службы снять по этому закону без
уведомления без решения суда, просто администратору хотелось. Об этом сказано, да, действительно. И регулятор этим недоволен. Насколько, я, конечно, не юрист, но вот насколько в каждой отрасли мы приходим и все-таки изучаем изначально закон, я понимаю, что регулятор этим тоже недоволен, и это будет пересматриваться, потому что даже, что там написано было так примерно, вы подаете документы, простыми русскими словами, но орган местного самоуправления еще подумает, и какие критерии... Он не имеет права отказать, он не знает, кого, по каким критериям выбрать, то есть эту я выберу, эту нет, а потом с этой я расторгну отношения. Это будет дорабатываться. Вот эти моменты будут однозначно дорабатываться, это уже написано. В оценке это написано, что эти вопросы будут, ну, эти темы будут подниматься. Ну да, в 2015 году вступил в силу, появился профессиональный стандарт, специалист в области похоронного дела, и любое образовательное учреждение, оно обязана по закону об образовании разрабатывать программы, учитывая мнение профессионального стандарта. 2020 года это вообще однозначно уже вступит. Следующий шаг – это независимая оценка квалификаций. Ну, как бы об этом чуть позже. Мы в Уфе провели обучение первой группы. Я обращалась письмом официально в наш учебный центр представителям конфессий, точнее в конфессии христианство, иудаизм, ислам. Это требуется даже не только профессиональный стандарт, когда вы пойдете на оценку квалификации, там много этих вопросов. Мне посчастливилось просто заглянуть в эти оценочные средства. Я ездила в Москву специально в ассоциацию похоронной отрасли, разговаривала с Ларионом, ну, кто-нибудь может знает. Я посмотрела, что на самом деле там, ну, очень много, вы должны об этом знать. Поэтому мы пригласили представителей конфессий, и на деле выяснилось, что очень много разночтений. Предположим, пригласить муллу с одной деревни и с другой деревни, они не найдут уже общего языка. Один будет говорить так, другой будет говорить так. А в процессе обучения выяснилось, что агенты нам говорили, что очень частые вопросы, это как раз-таки касаемо религии. Клиенты к нам идут и задают эти вопросы, и смотрят такими глазами, что мы должны ответить, мы точно знаем. Вот. Но здесь тоже еще правильно, как ответить, что мы знаем. То есть говорить, что я давно работаю, я опытный, это с клиентами не срабатывает. А говорить, что вы не слушаете традиции, это традиция, потому что традиция, ну, отдельная история. Мы научили говорить правильно. Все знания религии идут от первоисточника. В христианстве это Библия, в исламе это Коран, в иудаизме у евреев это Тора, Талмуд. И можно только ссылаться на первоисточник. То есть нельзя говорить, что моя бабушка вот так всегда делала. Ну, конечно, ты бабушку никогда не переубедишь, это понятно, это на деле так оно и есть. Я попыталась объяснить своей маме, говорю, мам, мы ходим на кладбище, постоянно там крошим яички, а вот как бы в Библии такого нет. И протоиерей Алексей приходил и говорил, вы кого все время там подкармливаете? Ну, кого вы кормите? Ну, нет же такого. Ну, как бы это вот все, это как раз-таки традиции. И тут уже наши, ну, мы сами принимаем решение, клиент сам принимает решение, как ему это делать, но как правильно должно быть, я считаю, что специалисты похоронного отрасли должны знать, как это на самом деле происходит от первоисточника. Да, мы приглашали не только конфессии, мы приглашали кандидатов наук. Конкретно наш учебный центр сотрудничает с кандидатами наук, профессорами, доцентами кафедр ведущих вузов Уфы. Мы вот недавно начали сотрудничать с Москвой. Ну, многие из вас, наверное, знают Сюткин Георгий Николаевич. Он организацию похоронного дела преподавал. Здесь указаны темы, которые необходимо знать в соответствии с профессиональным стандартом. Рабочий похоронных услуг, да, в принципе, практически каждый сотрудник похоронной отрасли должен знать санпины. По санпинам мы приглашаем сотрудников Роспотребнадзора, чтобы уже точно они рассказывали так, как положено. Подвели итоги, защитились, выпустились.
После обучения многие подошли и сказали, что мы в своей работе стали чувствовать себя намного увереннее, легче общаться с клиентом. И потом, когда диплом, у нас мы показываем, что клиенты нам сразу с доверием относятся, уже не отворачиваются, не уходят, им неинтересно уже идти в другую организацию. Все, он точно знает, что тут дипломированный специалист. То есть помимо знаний, есть диплом, который показывает, что он работает на клиента. И помимо этого еще и можно стать специализированной службой. Это уже на будущее. Форма обучения в нашем учебном центре очень заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. Очень заочная форма обучения включает в себя выезд на предприятие, возможно, выезд на предприятие, не обязательно приезжать к нам. Мы можем организовать обучение у вас. Предположим, в каком-то городе вы организуете, несколько организаций собрались и сказали, мы хотим вот обучение. Мы приезжаем и проводим такое обучение. Возможно, только дистанционно. Вот так как мы обучаем по всей России, предположим, экспертов и экспертов по независимой технической экспертизе, у нас обучают из Калининграда, и приехать в УФУ с Калининграда, это, ну, это дорогое, это золотое обучение у них получится. Но по закону мы имеем право применять современные дистанционные образовательные технологии, и в нашем учебном центре есть свой сервер и обучающий портал. Слушатели получают логин и пароль, заходят и обучаются там при постоянной поддержке и консультации преподавателя. Конкретно вот по обучению экспертов и оценщиков наши дипломы потом отправляются в Москву на проверку и принимаются тремя министерствами. Минтранс, Минюст, Минздравсоцразвития, а МВД еще присутствует. Документ об окончании обучения. Согласно профессиональному стандарту, агенты и директора должны пройти профессиональную переподготовку либо повышение квалификации. Ну так что есть директор похоронной организации, есть похоронный директор, есть заведующий кладбищем, есть организатор похорон, агент, есть церемониймейстер, есть бальзамировщик. Вот они должны пройти профессиональную переподготовку, если никогда не получают специализированное образование. Что это значит? Предположим, агентом работает экономист, ну и он, конечно, очень опытный, но у него есть специальное образование. Тогда ему нужно пройти профессиональную переподготовку, это программа от 250 часов, и получить диплом. Дипломы мы выдаем сразу с присвоением квалификации, чтобы у вас не возникло никаких проблем. Потому что есть диплом, дающий право на ведение нового вида профессиональной деятельности, а есть диплом еще и с присвоением квалификации. Мы заказываем такие дипломы. Также удостоверение о повышении квалификации для тех, кто уже 3 года назад получал такие дипломы. Для рабочих землекопов предусмотрена профессиональная подготовка с выдачей свидетельства должности рабочего служащего. Ну, потому что до диплома у них квалификация немножко, уровень квалификации не тот. Это программы, которые разработаны у нас в учебном центре. Коллеги, есть еще такие программы, которые являются обязательными в каждой организации. То есть в каждой организации должен быть ответственный по охране труда, по пожарно-техническому минимуму, водители. Наверняка у вас есть свой транспорт, и им управляют водители. То есть вот эти вот минимумы мы тоже проводим, и здесь ездить никуда не нужно. Этот проводится дистанционно, очень быстро. Это наша лицензия, мы работаем на основании лицензии, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования. Немного об учебном центре. Мы занимаемся обучением уже давно, и с нами сотрудничают такие компании, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Аэропорт Уфа» вот мы обучаем. И, естественно, к нам есть доверие. Также мы участвуем в торгах, в тендерах, абсолютно зарегистрированы на всех площадках. Есть корпоративное обучение, то есть если в предприятии много сотрудников, и оно к нам обращается, пишет техзадание, кого обучить, чему обучить, мы можем помочь написать это техзадание, вот, то предусмотрены скидки, либо с тем примером, либо скидки. На законном уровне существует возможность сократить срок обучения, это действительно так. В этом случае вы представляете нам документ об образовании, который вы уже получали,
похоронной отрасли, и мы сверяем те дисциплины, которые там были и которые сегодня есть у нас, ну, на основании профессионального стандарта, ставим зачет и перезачитываем просто. Но тут есть обязательное требование в том образовательном учреждении, где вы получали удостоверение, свидетельство, диплом, оно на тот момент должно было обладать лицензией на образовательную деятельность. Я хочу сказать, наверняка возникают вопросы, чем отличается документ гособразца, диплом, от диплома установленного образца. С 2013 года в законе об образовании это четко сказано. Диплом о профессиональной переподготовке может выдаваться только установленного образца, гособразца не может. И если даже получать программу профессиональной переподготовки, предположим, там, в МГУ, например, вам выдадут диплом установленного образца. Законом запрещено выдавать дипломы гособразца. То есть по программам профподготовки, профпереподготовки госзнак не печатает такие дипломы. Секундочку. Я хочу сказать большое спасибо. Я вижу в ваших глазах живой интерес. Вы задавали вопросы. А ну, если есть вопросы, я готова ответить на любые вопросы, все, что касается образования. За столом. Хорошо. У нас экзаменаторы Минстроем утверждены. Что? Давайте без вопросов. Телефоны верните назад. Министерство строительства. Что утверждено? Экзаменаторы. Кто принимает экзамен? Нет такого требования. Как нет? Нет. У нас создано в Ставропольском крае на базе торгово-промышленной палате. Я сам лично получил диплом. У нас в Республике Башкортостан сама торгово-промышленная палата обучается у нас по некоторым программам. И не существует такого требования. Я поняла. В каждом регионе есть свои еще поправки на регион. Если у вас такое утверждено, это не значит, что по России это так должно быть. Есть закон. Но есть законы, и закон об образовании, а у вас закон об похоронной отрасли. Есть еще какой-то закон? Какой? Какой есть закон, который регулирует? Вот вы обучили, да? Ага. А у них экзамены кто принимает? Ну, по обучению. Экзаменационная комиссия. Там сидят практики. А какие практики? Вот, предположим, эксперт Галина является экспертом. Они аттестованы. Эксперт. Аттестованы. В Москве, да. Вот я и спрашиваю. Да. Ну, мы приглашаем. Мы... Скажем вот так, я и спросил, кто? Все ответил. А, ну я не поняла. Мы, скажем так, не обязаны их приглашать, но можем. Мы привлекаем все-таки практиков, да. А кто вообще, кроме вот Галины? Кроме Галины, мы сотрудничаем с вузами Уфы, Москвы и с конфессиями. Конфессии также. Один из востребованных предметов – это психология горя и психология профессиональной деятельности. Это тоже все дается. Вот как сказали за столом, ну, времени на самом деле немного, я готова ответить на все ваши вопросы. Но я смотрю, уж все-таки отпуск, Ялта, тут не пропагандирую, но так как мы на море, моряк вроде как немного символично. И Андрей Викторович, хочу сказать большое спасибо вам в первую очередь за то, что вы все это организуете. И Генплан, где выделили нам возле Буржба Капитаза подного кладбища, по крематорию. Мы за крематорию, только не территории Ялты, где угодно, Бахчисарай, где-нибудь там, пусть будет Севастополь. Но, к сожалению, только не в Ялте, потому что если нас обвиняют, что мы якобы составляем конкуренцию крематорию, как похоронщики, пытаемся довести до людей, что не в Ялте нужен крематорий, потому что если мы здесь его поставим, здесь мы логистика, просто транспорт, мы же не засунем гроб под мышку, не привезем его на погост.
Это непосредственно тотальный транспорт, автобус, передвижение. То есть мы в Ялте, такой жемчужный город, как вот так вот. Вам, я думаю, что это здесь очень-очень понравится. Поверьте мне, надо будет сюда приезжать всегда. Мы просто утонем в этой транспортировке и в этих всяких вот похоронных процессиях. То есть мы только вот из-за этого, чтобы крематория не было в Ялте. Мы, конечно, в связи с тем, что против крематория, против себя очень много собрали, как люди считают, мы для них враги. Вот, ну, такая вот ситуация, мы против крематория именно в Ялте. Но за крематорий в Крыму. Это естественно, просто это был блеф, бред, но... Ну, к сожалению, это так, это было до нас, была выделена земля, уже был создан проект инвестиционный, вот мы здесь косми легли, воюем, мы боремся, ну, как-то не боремся, но любим город. Фирма по производству гробов, фирма «Лимока», Московская область, являюсь коммерческим директором компании. Наша компания производит гробы европейского уровня, хорошего качества, из массива дерево, там сосны, дуба и так далее. Все укомплектовывается. Изделия очень хорошие, красивые, по цене доступные. Поэтому, кому будет интересно, пожалуйста, дам каталоги, прайс-листы и все прочее. Будем рады, если будете к нам обращаться. В каком номере живешь? За столом. Спасибо. Вы знаете, я произвожу гробы. Я две фирмы, как бы. Мне дети, племянники занимаются, а я пока им там руковожу. Гробы мои. Скоро будет. Как только первую машину заказываете, он там будет. Мы же договорились с вами, когда я вас буду. Он стоит. Цены, да. Цены 3,5 и 43 тысячи. Где-то 35 видов гробов. Фирма ИП «Бабок» и ООО «Редфорг», город Рязань. По самым лучшим ценам и хорошему качеству предоставляем фурнитуру для гробов и урны. Поэтому рады будем с вами сотрудничать. Желаем успеха и процветания вместе с нами. Спасибо. Представляю компанию МПЗ «Вектор», Московская область. Мы производители фурнитуры для гробов. В принципе, почти со всеми мы сотрудничаем. Если что-то интересует, пожалуйста, рады будем помочь, выслать прайс. Ну и так далее. Спасибо большое. Ты стекла выпускал еще? Мы просто большой ассортимент продукции производим. Не только в ритуалке. Мы производим и для медицины, и для строительства. Ну, большой ассортимент продукции. И в том числе для ритуалки. А ведь эти люди живут полноценной жизнью. Их интересует все. Пожалуйста, Афанасий, для тебя пришлю весь ассортимент. Вообще не вопрос. Спасибо. Компания по поставкам и продажам натурального гранита Шанси. Сотрудничаем с китайской компанией. Два завода на юге и на севере Китая. Склад в Москве. Все. Да, первый раз у нас мероприятие. ВМКК. ВМКК. С Нижним Новгородом, он с вами работает в Нижнем Новгороде? Нет. Как вы, скажи, звать был с вами? Нет, подожди, нет, ты не ВМКК, это не... Нет, ВМКК, да. Мы поставщики натурального камня. ПМК твоя аббревиатура компания. Да, аббревиатура просто такая, совпала. Ну ты с ним никого отношения? Нет. Нет. Есть. У меня все есть? Нет. Сейчас раздать или потом? Нет, если не узнать, как будут уходить, а мы сейчас поставим. Наши конкуренты были из Китая, мы из Карелии. Вот с Петрозаводска, тоже занимаемся гранитом, большой ассортимент. Финский камень у нас есть, карельский, в общем, в Ленинградской области, это всюду, поэтому работаем, пилим, сырье отгружаем полный. Да, продвигаем цветной гранит в большей степени, занимаемся готовой продукцией, вот собственное производство имеем, а отправка ЖД и автотранспортом в любые города, на экспорт в том числе поставляем, поэтому фирма «Евраз Гранит» в Петрозаводске. Да, Уксов Юрий, самое плохое. Спасибо. На будущее. Как постарше буду, ремешка получил. У нас не конкуренты, у нас коллеги. Коллеги, понятно. Там Китай просто. Ну, Андрей, может быть, они камень-то хорошо пили, а вот чтобы камень реализовать, они рано сваливают из-за стола вечером. Так что, Иван, на всякий случай, все решается там, именно за столом. Я 15 лет просто в бизнесе 27, а 15 лет я уже постоянно с Андреем.
Ну, меня все знают, особенно по трусам, по знаменитым, которые здесь антирекламу мне проводил. Швейное предприятие. Мы каждый раз на выставку, каждый раз готовим новую коллекцию. Это моя любовь, это мое признание, это мне интересно, это дело моей жизни. В этот раз готовим на выставку королевские платья, чтобы можно было в королевских гробах хоронить в королевских платьях. Ну, по индивидуальным заказам тоже работаем. Ну сегодня день просто. Анна, город Волгоград. Занимаюсь с 89 года швейной ритуальной продукцией. Оптовый склад имею. Милости просим, все очень дешево, качественно, все по ГОСТу. Тапочки от 39 рублей и так далее. Пожалуйста, давайте работать. Город Майкоп, компания Ритона, ритуальный текстиль из города Майкопа. Шьем ритуальную продукцию, оптом. Ну, работая со многими, можете узнать отзывы, так что все знают нас. Здравствуйте. Город Йошкар-Олы, Республика Мариэл. Занимаюсь ритуальной одеждой на протяжении уже 20 лет. Шьем от эконом до элит костюмов. То есть могу представить на сайте, можете посмотреть нашу продукцию, можете посмотреть в каталоге, у меня представлены. С собой все это хозяйство, так что обращайтесь. Что могу по чем похвастаться? Сегодня мы расширяем рынок не только в швейном деле, но и в плане Александра нет Краснова здесь. Выставляем дилерами, являемся фабрикой камня, то есть в Республике Мариэл являемся дилерами. Вот, ну, чем похвастаться, вот, наверное, этим могу. Так что, а так, вот, я здесь ваш весь. Пожалуйста, вопросы есть? Юля, вот смотри, ты говоришь, вот виртуальный мир, давай, посмотри там. Ты сделал бы пакет, пришел, сел, раздал, показал, рассказал. Она тоже вышла, вот, ищите меня там-то. Что мы будем искать? Мне искать не надо, я здесь, который пока у меня в кармашике, так что обращайтесь. То есть я к тебе должен идти, что? Нет, я к вам подойду. Кто хочет диалога, общения, я всегда рад. Хочешь ты, прежде всего, не я. Ты должен продать мне, чтобы я захотел купить. Сделай так. Все сделаем, не переживай. Ну, все выходят, не надо меня. Пустоту куда-то уходим. Кто хочет обратиться, пожалуйста, после конференции, я готов посмотреть диалог общения. Мы можем Спасибо. Таганроги венки. И в Российской Федерации самые дешевые. Обращайтесь, завалим всех. Лена, теперь давай. А мне? Да, как-то вот так. А что именно рассказать? Я занимаюсь всем. Я эвакуирую трупы, я хороню, я обмываю, я изготовитель ритуальных товаров, и гробы, и венки, и оптом, и в розницу. Кто я еще там? А, еще занимаюсь общественной работой. Ну вот, короче, вот так вот. Если надо, обращайтесь. Всегда рада со всеми поговорить, выпить и расцеловаться. Все, я вас всех люблю. Город Пенза, 358, Обухов Владимир, коммерческий директор. Началось у нас с производства деревянных крестов. Сейчас производство деревянных крестов, металлических крестов. Активно сотрудничаем с муниципальным предприятием. 44-й федеральный закон. Кто его боится, мы его любим. Торгуем с муниципальными предприятиями, с частными. Всем хорошего отдыха. Спасибо.